И свежие данные по коронавирусу. За сутки в Хакасии выздоровели 75 пациентов. Заболевших на сегодня 172. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 8876 случаев заражения COVID-19. Между тем, оперативный штаб при правительстве Хакасии вводит ряд новых ограничительных мер. Подробнее об этом нам рассказала замглавы Хакасии Татьяна Курбатова. Изменения касаются сроков действия режима повышенной готовности. Срок этот продляется до 10 января. Действует запрет на проведение массовых, зрелищных, культурных мероприятий в закрытых помещениях. Но в то же время музеи, библиотеки, кинотеатры в городе Абакане, Саяногорске и Черногорске при условии наполняемости 25% могут работать. А в остальных населенных пунктах при наполняемости не более 50%. Ограничена деятельность кинотеатров, фитнес-центров в городе Абакане, Черногорске, Саяногорске по наполняемости 25%. Запрет на проведение очных собраний, совещаний с присутствием более 10 человек. Я еще раз хочу повторить, что эти меры необходимы нам для того, чтобы в кратчайшие сроки прервать цепочку распространения коронавирусной инфекции, тем самым спасти жизнь, здоровье наших людей.